Определяли сильнейших. В субботу в Кирове прошли чемпионаты первенства области по рукопашному бою. Организаторами выступило региональное отделение клуба «Боевое братство». Бои были посвящены памяти кировчан, которые погибли, исполняя служебный долг. На церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. Торжественное построение, гимн Российской Федерации и приветствие гостей. Так начались традиционные для нашего региона чемпионаты первенства области по рукопашному бою. 115 спортсменов, среди которых девушки и юноши от 12 лет и старше. Прежде чем начались бои, участников соревнований поздравили первые лица города и области. Я желаю вам честной борьбы и, конечно, как уже сказали, победит сильнейший. Я думаю, судьи у нас тоже профессионалы. С праздником вас, спортивным, друзья! Мы должны быть верны тем традициям, которые существуют у нас в вооруженных силах и силовой структуре, быть их преемниками и помнить, что каждый из вас должен уметь защитить себя, своих близких и нашу великую страну Россию. Эти соревнования прошли как в личном зачете, так и в командном. Они являются хорошей проверкой перед более важными стартами. По итогам состязаний лучших наградили медалями и кубками.